Это, наверное, единственный элемент на этой карте, который мне зашел. Остальная херня какая-то. Куда тебе зашел? Блять, ну давай, пошути, я уже готов. Ты уже раздвинулся. Сука. Я уже готов, давай, шути в меня. Раньше что ли надо? Я не понимаю, с Бром что-то задумано сложно. Я рано выпрыгнул, но блядь, там еще, сука, знаки. Ты приземляешься на эту хуйню, на ней пиздец скользко, мы орем все вместе, потому что балаган ебаный. А! Класс, вообще топ. А мне вот интересно, Спромк опять написал плюс фан, да, в названии? Да. Говна, блядь. Почти. Да? Ну, конечно, плюс фан. А где фан, блядь? Пынк! Все, сейчас на изи вообще, смотрите. Полетели? Просто. Полетели? Ой. Мяу. Бить будем, не будем. Да ай, какой, ну, ай. Дурацкий, честно, здесь вообще. Блять, начинается. Ау, чфак, ай, чфак, я. Меня тоже вылетело. Я не попала в вагон во второй. Серваки лагают. А, ну да, все, проблема в них была. Конечно. Не, Спронг тоже вылетел. Бляха. Да чё за. Мяу. Ну, серьезно ты вообще. А, знак. Я теряюсь, там куча народу едет. А, блядь. Понятно, здесь, короче, надолго. Летаю. Куда-нибудь там. Да что такое у камеры? Ай, да, да, блин, если по низу едешь, она вообще не тянет. А, нет, самая дальняя была. А что за фигня? Почему у меня камера после погонов где-то внизу оказывается? Ни у кого в это в сессии не было такого эффекта, типа как будто бухающая камера просто так ни с того ни с сего появилась? Нет, не было. Да что такое? Я не могу... Прошел? Конечно. Я не могу попасть. Ой, блин, вагон скажу, во второй. Что такое? У меня все сломалось. Точно, надо ж запись его включить. Да, да, да. Спронг, ну он реально жопу цепляет, но это не дело там. Ай-яй-яшеньки, мучушки. Блин, вагон. Спронг, сука. Тёма, как тебе флип с тоненькой на волоке? Я не знаю, еще не доехал. Я еще... А. Ты ж прошел, сказал. Да какого хрена? Шел, но я, вот, я тут еще вот прыгаю на первом флипе. А. Такой ублюдский флип, серьезно, он жопу просто цепляет. Ой, скользко, скользко. Блять, да ты... Сука, я ненавижу вагоны, блять. Так, 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 так. Сейчас прям читер, вот его не цепляет. Ну, это да. Пусть привет еще раз. Что такое, цука? Ну, мне как бы ничего, да, да? Наверх, блять, не едет! Так, она по тоненькой, как да, ехать? Понять? Я тебе говорю, а там еще и жопу швыряет, когда флипаешься. Она может вообще не едет, ну, она прям... Стыками. Она прям скользит. Не, у меня по тоненьким едет. У тебя вездеходы стоят или да спорт? Ну ебаная, блядь! Яху! Может там резще надо выпрыгивать, не понимаю. Резще? Резще, да. Резще. Изи выпрыгнул. Сука, знаки ебаные, блядь! Вообще... Раньше что ли надо? Я не понимаю, Спром, что-то задумано сложно. Я рано выпрыгнул, но блядь, там еще, сука, знаки. Ты приземляешься на эту хуйню, на ней пиздец скользко, мы орем все вместе, потому что балаган ебаный. А! Класс, вообще топ. Ой, а чё вас так много во мне бля. Было? Я даже не понимаю, где я. Танюш, блядь. Нас много в тебе было, что? Да. Да, тут куча народу ехала одновременно, и ты, где моя машина? Бляха. Вот это был шикарный. Ебаные знаки. У меня тоже не вращается. Спасибо. У меня в мышке вращается. Да там не в том дело, что не вращается. Она, я вижу эти знаки, я обрулить не могу, потому что я после флипа пиздец на какой скорости лечу, блядь. И машина по этой скользкой параше не рулит, блядь. Тыщ, мяф. Да ну, не, пизду, я вливаю, блядь. Какие нахуй стоперы, блядь, алё, охуели, что ли, блядь? Блин, потом стоперы, блядь, на рампе. Вы чё, ебанул? Алё, блядь, Новый год, блядь, нашёл. Алё, Новый год. Ох, них, ой-ой, это ж большие круги. Пешок я, блядь, положу этих стоперов, блядь, этому ебану. Это тело, мешок, блядь, заверну нахуй в ленточку, сука, и под елку поставлю. Ленточку заверну. Вместе с углем, нахуй. Активированным?
Ай, бля. А я выпадень. Выпадень? Я упал. Я упал, я мухожук. Да блин, да как ехать по этой тоненькой? Да скользко! Ну попробуй с первого не флипаться, просто прям поехать. Я не понял. Именно до... Куда долетать должно? Да хуя моего, блядь! Не долетает. С открытым ртом. Так точно не долетит. Так точно, блядь? Ты хули, блядь, фразы вырываешь? Ты послушный, блядь. Так точно. Сейчас, блядь, разбежался. Разбежался? Разбежался. Блин, шутит у себя в голове, а мы должны слушать какой-то... Диван разбежал. С открытым ртом. Да. Едем. Да, блядь. Да жопка жопная, жопа бесит меня. Почти прохожу же, ну. Да, блядь, не успеваю выехать, алло. Килушечка. Продолжение. Раскладушечка, блядь. Лушечка, раскладушечка, чего? Ну, не знаю. Это как? Куда ты едешь? Как-то так. Как-то так, понятно. Блин, да ты попадай вообще. А сколько этих колец, мне интересно? А, один? Один! Хуедин, блять, Аладдин, сука. Аладдин. Я проехал первое кольцо, на второе не флипнулся. Потому что скользко, блять. Тоже. Да, ну на нас потыкается, и все. Как это? Как это? Как это? Так, я тут еду. Такую дорожку уже нарисовали, как флипаться. Подорожник нарисовали. Да. Я еду. Я доехухаль. Я взять чекпоинтухаль. Я не пониматель, как флипстанет. Чекпоинтухаль, забрантухаль. Начинаешь раньше, у тебя машина, ты двигаешься на этих ступеньках, на одной оставшейся там ступеньке, и все. Конечки, концы. Так. Так, раньше этого чека не было, это надо было пройти с одного раза. Так, в смысле, ты тут, типа, разворот поставлял? Лип какой-нибудь, да? Чего у тебя там наверх? Заносит, жесть. Да серьезно, вот блин. Где с красного надо на круглую трубу перекулярить и вот туда поехать. Оп, и вот так. И там вот надо, да. В смысле, нет, подожди, понятно, ты где? Объясняю. Ты кольца прошел? Я дома, да? Блядь, долбоёб. Да, блин. Ой, блядь. Дом уже на следующем чеке. Это, он, походу, программу себе скачал, генератор шуток. Да. Да? А зачем ему ее скачивать, если она у него в мозге? А это у него просто версия старая была, она уже не баянистая такая, знаешь, это новая, свежая. Я купил книгу «Лучшие анекдоты 2011». А 2011 это что, мне интересно? Это рот твой полоскать. Да ну. Не знаю. Почему это было само выпало? Рот твой полоскать. Выпало. Она сама выпадает. Само выпадение юмора из организма. Полосковорот. Да ну нет, ну не вытягивай. Блин, ну не могу я. Получается. Не, ну классные же у меня шутки, ну. Вообще годные, да? Ну да. 2011 это что, это рот выпал искать бы. Пойду друзьям расскажу. Ну, я сам придумал зато. Молодец. Чё, это значок копирайта поставь? Да. Да. Надо, это спиздит. Это диван спиздит, блядь, будет шутить потом ходить. Направо и налево, блядь. Надо спиздить значок копирайта. Будет ходить, скажи 2011. Ну скажи 2011.
300, да? Да я туда не могу проехать. О, кажется, нет, не смог, показалось, блядь. А там два переворота, да? Да. Ой, мне походу на вот сдох, да? Бля, секундочку. Кто сдох у тебя? Ну вот. Хер твой сдох, блядь. У тебя? Сдох мой хер? Да. Верни на место, блядь, Алёха. Думаю, где он? Куда пропал? Мне с двумя удобнее. Один в жопе, другой во рту, блядь. Блядь. Пам-пам, подъебал. У меня с двумя, говорит, за такие шутки, блядь. Почему, когда приходит Димон, все шутки настолько резко и настолько... Ой, Марин, ты не слышала, что еще до тебя было? Да куда, да, я даже... Я просто, короче, пролетаю эту срань. Ладно, окей. Давай пролетим, блядь, хули. Не, не пролетел. Я не могу там проехать, у меня не едет машина. Так это проехать. У меня она отрывается от этой трубы сраной. Я уже, блядь, не знаю, под каким углом туда заезжать. И сколько их там? Да не едет. Раз, раз, два, три. Он, короче, запихнул 5 палок, если что. Чего, блядь? 5 чипсин со штырями. Ты ёбнулся, Спронг. Иди нахуй просто. Тебе, блядь, и так этих везде, сука, палок натычат. Блядь! Тебе палок в жизни не хватает, обратись к дивану, позвони ему. Все, он тебя напихает. Да, ты что, смех как у ведьмы какой-то. Угу. У кого еще так лагает камера, когда ты какой-нибудь флип делаешь, и у тебя камера, короче, сначала мгновенно показывает тебя спереди, а потом только выпрямляется обратно. Не, у меня нет такого. Я у Тёмы такого сраня не замечала. Не ори. А я хочу орать. Ну а ты не хочу. А я хочу, не хочу. Да ладно, наконец-то есть. Изи вообще. А теперь в обратку поехал. Пошел нахуй, блядь. А нет. В обратку. Возьми в сошеле и посмотри. Я вот возьму и проеду сейчас в обратку. Не проедешь, если кому-то рассказываешь. Проеду сейчас, больше смотри, времени оп, сидел. Видал? Да-да-да, проехал. Оп, оп. Проезду, и блин. Все, а там вон оно. А там еще тоненькая в обраточку. Там тоненькая, короче. Флип по тоненькой. Все, я понял. Я думал вниз просто надо, я поэтому вниз прыгнул. А, ну ты просто путь искал, наверное. Да. Я просто не вижу, где чек, и как бы вот исследую. Оп, да. Опять вниз пошел. Нет, здесь тоже его нету. Угу. А здесь нет чекпоинта. Вверх. Вращай. Нет, я так найду. Сука. Можешь прямо сейчас вверх прыгать. Уик. Так ты тут уже был. Нет, я был вот на этой круглой штуке, а вот там вот внизу я не был. Может он под водой. Оп, нету под водой. А ты нырни глубже, там будет 100%. Глубже некуда, там дно. Я на дне уже. Куда глубже, блядь. Ну, да, есть еще одно дно. Это, знаешь, такой мини-троллинг от Хакала. Тёма, у меня вопрос, почему так сильно заворачиваешь? Ты же из-за этого, наверное, не можешь пройти. Попробуй сильно не заворачивать, и пройдешь. Попробуй пойти нахуй. А мне вот интересно, Спронг опять написал плюс фан, да, в названии? Да. Говна, блядь. Почти. Да? Ну, конечно, плюс фан. А где фан, блядь? А чё тут говорить? Карта говно. Классная карта. Конкурсы интересные. Угу. Ну, нет, ну дрифтит же. Да, тамада хороший, да. Тамада, да. Спронга, да. Тамадный сок. Тут.
карта не под снег, Спранк. Вот вообще не под снег. Я под не знаю, снежники. Где ты тут, блядь, придумал что-то конкретно под снег. О, изи. О, вообще скажи. Да вообще легкота, чё. Блин, ну. Не записалось. А тут нельзя так. А как тут можно? Медленно и бежать, потом надо будет аккуратно. Чё медленно? Ну, типа, не прям не медленно, а нормально едь, но не касаясь стенки. И вот тут резко выворачивай, притормаживай и поваливай дальше. Зря сюда ой, поехал. Блядь, ничего нет. Туда. Надо же было камеру еще наверху посмотреть, что там вообще. Да-да-да-да-да. Уехал такой, посмотрите на него. Как эти тупые трубы проходить? Меня машина, блин, просто отрывается от трубы. Нет! Ты не поедешь дальше. Нет! А почему снег сквозь эту проходит штуку? Сквозь стену? А это как и дождь. Это магия! Это волшебство. Ууу, что такое? Путушопа. Я понять не могу, как проходить вот эти перевороты в трубах. У меня машина отрывается. Да, вот я об этом и орал полчаса. Угу. Ты вообще там что-то просто орал. Ты как туда попасть? Блять. Нежно. Хуежно. Юморист ты какой, а? Не могу. Да. Тросян, блин. Круто, да? Это я сам придумал. Нежно, хуежно. Блять, как это гениально. Чего так не додумался до этого раньше? Так никто не додумался, ты ж понимаешь. Да ну не остановлишка ты. Остановлишка? Да. Это, наверное, единственный элемент на этой карте, который мне зашел. Остальная херня какая-то. Куда тебе зашел? Блять, давай, пошути, я уже готов. Ты уже раздвинулся. Сука. Готов, давай, шути в меня. Я раскрываю свои уши поглубже, блядь. Давай. Шути громче, блядь. Раздвигай. Почему она втыкается в трубу и отваливается? Бери себе руками. Понимаю, насколько криво это, блин. Сейчас еще вертеляшки ударится, смотри. А после я уже не хочу. Иди нахуй. Там, где должна ехать, она втыкается. Да, ребят. Куда ты поехал? Ой. Тебе наверх, как бы. Я знаю. Спронг, ну криво соединил, очень криво. Потому что второй так не отрывается машина. Да не останавливай! Как это? Давай дрифт мод используй, поехал. Хуи мод, блять! Куча слов на слово мод он использовал лего, но что за прикол? Да ехать, блядь, сука! Да... Не упал, да? Сука, ну, блядь! Серьезно, ну. О, понятно. Сколько уже? 7. 7? 7? Нихуя себе накрутили, блядь. О, бля, все, пиздец. Накрутка! А это чего? Рокстары будут завозить снег к Новому году обязательно? Так. Да. Почему такая срань с этими трубами? Что не так? А теперь самое клевое, давай. Что это давай?
5 штука. 5 штука. Угу. Охуеть, блядь. Да ты ёбнулся, я не пройду это никогда. Да, на самом деле просто. Хуёста, блядь. Ты умеешь проходить это говно, я нет. Пиздец, это же скользко. Алло. Просто, знаешь, в Штатах просто нету такого как праздника, как у нас Новый год. Ну да. Чего? Они его не так везде празднуют есть вообще. На Новый год всегда вот есть снег. Ну, я в смысле, они его не так празднуют. У них самый главный праздник — это да при чем тут Штаты? Ну, они же знают, что игра у них не только в Штатах, блядь. Ну, в смысле? Я да, думаю, на Новый год есть снег. Ай-яй-яй. 13. Я даже голосовалку сделаю, поехали. Почти проехал, Халь. О. Да ладно, ты прошло. Да изи вообще, это же легко. Вообще легко. Все, выходим? Конечно. Нет. Нахуй это говно? Еще один чек. Да, блядь, ты когда уже до финиша играешь? Я не могу больше на дерьмо спронговское походить. Так, 18-12. Тоненько наверх, а там все, да? И все? Ой, оба-на. Изи вообще. Ты вроде проходил эту карту. Нет, это новая. Нет, ее спронг только сегодня сделал. Ну. Сейчас по два раза карты бы проходить, да? Угу. Мне так прикалывает hard map от Чекачо 40%. Со снегом это сколько будет? Так, я видел там знаки. 20-15, да. О, спасибо за подписочку. Нормально. Все. Хорошо. Да. А что с ним не так, Лехош? Изи гонка. Легкотня. Я на спронге не хочу ходить вообще. Вот его карта для меня это какой-то... Хочешь морковку? По полчаса ждать. А, он бывает лохает, да? Ой, блядь, тут на 16 человек. Бум-бурум. Сейчас, подожди, Мари, мы тоже зайдем. Сейчас тумер закончится. Здравствуйте, ребятка. Изи. Гонка. Мяу. Мяу-ла-ла. Надо покурить, только сбегать, я хочу курить.